Отправляемся в путь. Да. Все, поехали. Александр, доброе утро. Как ваши дела? Вот, здравствуйте. Вот на рыбалку пришелся. Какие у вас намерения на сегодняшний день? Наловить много-много рыбы. А, погнали. Ну, да, отсюда, пускай снимай. Как так? Посадили два легендарных внедорожника. Ну, вот здесь мы сегодня утром сидели. Сюда Виктор на геле не залетел. Вон туда дальше я. Сначала я, потом Витя меня дергал. Посадили. Да. Снега выше колена, блин, еще и вода снизу. Вот, Павел, вот так стоит, смотри, стоит она. Просто вот так ее откинул в сторону. Лица вот так убрал в сторону. И все. Ну, понял. Не поблеснил. И так же назад поставил, забинал уже. Вроде крутило хорошо. Хорошая щучка, что маленькая? Нормальная, хорошая щука. Съела. Живца, да? Живца опять. Вот паразитка. Сейчас проверим, брат. Ну это лучше, чем ничего. Ну, поделитесь вашими впечатлениями о рыбалке сегодняшней. Погодка классная. Тепло на улице. Но что-то рыбка что-то сегодня слабо, неактивная. Рыбаков тьма. Четверг. Ой, блин, прикинь. Четверг. Дело перед закрытием. 2 марта. Рыбаков километр просто-напросто на Султан. Дорогу-то какая не пробили. Все едут на Султан и чуть-чуть на Исей. Ну-ка, Александр, что вы там поймали? Расскажите. Вы меня снимаете, да? Да. Александр Родионович Бородач. Смотри, а то Гриша так и выложит. Ну и что делать? Подсекать что. Есть, есть, нету, нету, что делать. Есть, небольшой. Прием пищи. 11 часов. О, Виктор что-то взял, тащит. Сволочь, мотала, как будто, знаешь, крупная. Вытащил? Да. Ага. Попался. Хвостом вышел. Прям за катушку дергай и все. Катушку стопори рукой и за катушку поднимай, дергай. Резко. Она так просекается. Давай, давай, давай. Все, а теперь не торопись. Если крупная, отпусти. Не крупная.
щелкнуло где-то, а где не слышу у кого-то. Хватает крепко. Что-то так крепко мотало, что-то. Окунь паразит. Большой? Ну вот. Не сильно. Итак, друзья, итог дня. День закончился. Вот наша рыбка сегодняшняя. У нас с отцом 21. У Сани 10. И окуни вот такие. Покажи окуней хорошенько. Поближе. И у Виктора с отцом 12 щучек. И дядь Леня поймал вот такую хорошую трофейную щучку на блесну. Что примечательно. Вот такие дела. Порыбачили неплохо, хорошо. Собираемся домой. Время 5 часов. Все. Всем удачи на водоемах. Выбираемся. Степь. Там, где содрали до земли, все раскисло уже. Очень грязно. По снегу давай. Красиво здесь. Вот. Едем на Вячеславку. Посмотрим. Вот приближается наш коллега Дмитрий Иванович. Можно называть его просто Дима. Дима, привет! Какова цель вашего визита? Здравствуйте! Привет, друзья! Привет, YouTube! Всем привет! Сегодня вот выбрались на Вячеслав. Сейчас будем пробовать, чем нас одарит природа. Давеча были, значит, мы на Султане. Вот, буквально 2 дня назад. Ничего так, щучек потаскали. Ну, немного, 21. Как вы думаете, какие прогнозы на сегодняшний вечер? И завтрашнее утро. Пока ничего не думаю. Погода спорная. Погода, да. Очень спорная. Кстати, вот народ тут присутствует у нас. Мне, кстати, вот интересно, Юрий Алексеевич, чем обусловлен выбор места? Так, про место. Во-первых, то, что мало снега, значит, на льду, это один момент. Второй момент, мы тут были под берегом, значит, глубина 3 метра. Сюда добрались 5 метров. И перепад хороший 3 метра. А наше место занято? Наше место туда не доехать никак. Почему там стоят? Ну, туда как-то пробовать доезжать, я не знаю. Там вообще стоит наш экипаж, соседи мои, Ваня. Они стоят ровно под проводами. Ну, не знаю, если мы туда сейчас поедем, значит, можно поехать туда. Вот там. Ну, ладно, давай сейчас обсудим, подумаем. Вот, процесс потихоньку пошел. Какой-то снежок верховой начинается. Начинаем выставляться. Определились с местом, нашли перепад глубин. Свал от 2 до 6 метров. Будем пробовать. Заночуем. Итак, вечереет. 7 из 10. Собираемся ужинать. Я 10 штучек поставил на судочка. Пока хватит. Юрий Алексеевич истосковался по рыбалке. Он все поле забил жерлицами и на щуку, и на судака, и на все сразу. Все поле в попугае. Вот. Будем ужинать. Сейчас перекусим слегка. И будем ночевать. Всегда тащи сам. Снимаем? Так, вот 12:30 ночи, поклевочка была. Смотрим, что там.
По-моему, судачок. Ой, какой красота. Какой малышонок. Какой красота. Съел. Какой красота. На мясо. Что, так мутно снимает? Нет, на нарезку. На нарезочку? Так. Вот так вот. Вот такой итог дня. Вернее, вчерашнего вечера, ночью и сегодня до обеда. Совсем чуть-чуть. 5 судачков. Один более-менее. Остальное мелочь. Ну и щучка одна. Результат не очень, но тоже результат. Народу как на стадионе. This man is as strong as hell, just powerful, man. Without a shadow of a doubt, he's definitely the best kid I've ever fought. He was no match. Klupkin closed the show. That's a bazooka. Isaac Thunder. There is a monster in the middleweight division.